Pozdravljaju komandu i šo raz vigrivali se vodnja. Devijati raz podrijadi, nada i šo. Nada dvigat se dalje. Hoću pozdraviti Boljeljšikov. Prekrasna je atmosfera na stadione se vodnja. Ну, што сказати, вигрівали, забили 4, тільки можу сказати, там 4 ігрока не були у нас сьогодні, як знаєте, Гильєрме, Живогладов, Баринов і Мухін. Нов концесію вийшло отлично і 3 очка, задача виповнили і пішли далі. Марко, с девятой победой отличная игра. Вот хотел как раз поговорить по людям, которые сегодня не играли. Баринов, Мухин, Живоглядов. Тем не менее, команда смотрелась динамично и мобильно, заслуженно победив. Как вы будете определять состав в следующей игре? Обычно победный состав не меняют. Вы будете возвращать игроков или оставите так, как прежде? Спасибо, во-первых. Но я вам это не буду ответить нормально. Это не надо говорить публично, что будет на следующей игре. Следующая игра – полфинале Кубка здесь против ЦСКА, отличной команды. Московский дерби, мы их обыграли 3 раза подряд. Это будет трудно обыграть математически такую команду 4-й раз подряд. Так мы должны собрать все силы и концентрацию к этой игре. Так, нормально я доволен, что игроки, которые пришли на поле сегодня, они играли много в последнее время, отработали хорошо мяч. Только недоволен, что расслабились. Мы начали очень жестко, забили 2 быстро, там было еще моментов. И там после 15-20 минута расслабились, так, начали спешить, забивать голи, потеряли позиции, так как конец игры. И в эти моменты Ростов был очень опасный, так тоже пропускали голы и в стандартах. А мы самая лучшая команда в стандартах обороны чемпионату России. Это далеко первый по номеру пропущенных голей после стандартов. Так, концентрацию надо держать и надо серьезно играть. Это только одна вещь, которая мне не понравилась сегодня. Все другое хорошо. 9 побед подряд. Вы какую-то работу ведете психологическую, чтобы футболисты понимали, что на этом футбол не заканчивается и нужно продолжать работать? Потому что все равно, как человек так устроен, что после такого результата как-то хочется немножко себе дать послабление. Ну, так нельзя. Так нельзя. Я согласен, что можно это быть человеческая психология, но в спорте нет, в футболе нет. Так, а что мы сделали? Если конец, если мы что, если какой, что выигрывали? Не, ничего, так, да, 9 игр, счастливый, но дальше, следующая игра, забиваем сегодня, уже через час думаем о следующей игре против ЦСКА, и это только так правильно, все другое ошибочно. Марко, и последний вопрос. Вот я много игр, все игры, точнее, Локомотива смотрю. Я не вижу слабых мест в команде вот на данный момент. Над чем еще работать, как вы считаете, какие моменты нужно подтянуть? Есть, всегда есть, над чем надо работать. Я увидел сегодня там некоторые вещи, которые должны быть лучше, чем были сегодня. Я всегда их вижу, и тренерский штаб, и постоянно это обсуждаем. Там у нас на теоретических занятиях, на теории, так всегда есть моменты, которые должны быть лучше, лучше, лучше. Каждый момент игры, так, если это начало атаки, если это игра против прессинга, если завершение особенно, мы должны быть больше серьезны и принимать лучшие решения. Там последнюю третину поля, там около штрафной соперника, нормально там и оборонительная фаза. Так, ну, в принципе, это все делаю хорошо, но детали всегда должны быть лучше. Всегда есть над чем работать и показывать. После 20 минуты команда подсела и отдала инициативу Ростову. Да. И это происходит уже не в первый раз, и раз за разом это приносит успех. Скажите, пожалуйста, это намеренно, так играет Локомотив, или команде не хватает какой-то психологии, или физически она немножко не может весь матч держать темп? Просто получается так, что как будто бы этот отрезок, когда команда проседает,
происходит намеренно, и в итоге получается преимущество. Ну, па я и сказал об этом. Мы забили очень рано, жестко начали, и потом мне было очевидно, что чуть-чуть расслабили в этих моментов. Так, как что конец игры, все было в наших руках, а так нельзя. Но, в принципе, так бывает какой раз. Нормально это, например, над чем надо работать в будущем. У нас вообще так хороший настрой команды, это и нормально, когда выигрываешь 9 игр подряд. Но есть детали, над которыми нужно работать, и что, физически мы отличны. Я думаю, это вообще очевидно всем, что команда проводит отличную работу. Много спринтов, много агрессии, и это больше так психологически надо серьезно быть каждый момент игры, профессиональный. И продолжать играть каждую секунду. А есть и другой вид, как можно смотреть, что на поле есть и вторая команда тоже, которая тоже играет в футбол. Так ты не один на поле. И нормально, что есть и моменты в игре, когда и соперник, у соперника есть преимущество, и когда они лучше смотрят на поле этих пару минут или отрезок игры, или все равно. Так, не можешь читать ни одна команда на весь мир, что будет 95 минут доминировать по полю. И второй вопрос. Следующий матч против ЦСКА. У ЦСКА новый тренер Ивич Циолич. Будет ли для вас противостояние вот это сербско-хорватское принципиальным, или вы подходите к матчу как к обычному? Вот, ничего принципиального для вас не будет? Это не игра. Это не игра Ивича и Марка. Это игра Локомотива и ЦСКА. Я знаком с Ивичем. Хорошо знаком с ним, могу сказать, что и товарищи, не так близкие друзья, но знакомые и товарищи, и постоянно и обсуждаем друг с другом, и отличных отношений между нами. Я желаю ему нормально много удачи здесь, в России. Он только пришел как тренер, большое футбольное имя, фамилия. Так только не против нас, нормально против нас. Желаю нам удачи, но отличный парень, и я уверен в его хорошее будущее как тренера ЦСКА.